Ежегодно 9 мая жители района встречают День Победы у мемориала павшим героям в годы войны. К сожалению, в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса, в этом году традиционное мероприятие прошло в ограниченном режиме. Глава района Заур Хамирзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, глава Кашхабского сельского поселения Хазрет Борсов вместе с заместителями главы района почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к мемориалу Великой Отечественной войны в память о погибших войнах. Уважаемые жители Кашхабльского района, сегодня весь мир отмечает 75-летие победы Великой Отечественной войны. Разрешите поздравить всех жителей Кашхабльского района с этим замечательным праздником. Более 7 тысяч жителей Кашхабльского района ушло на фронт, более половины из них не вернулось. Практически нет семьи, которая не затронула горе Великой Отечественной войны. Сейчас, в наше трудное время, нам нужно всем объединиться. Я желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия. У нас есть пример наших отцов и дедов, которые, не щадя своей жизни, защитили нашу Родину. И их пример должен быть примером для подрастающего поколения. Уважаемые жители Кашхабльского района, еще раз поздравляю всех с этим замечательным праздником. Здоровья, счастья, благополучия.